Всем привет! С вами снова Вика Кэт, и сегодня со мной Монах 22. Привет всем! Вот, и как вы просили, мы сегодня будем играть в Майнкрафт по сети. Да. На северном сервере. Что? Я подключаюсь к игре. Пока. Не бей меня, пожалуйста. Шо, где твои сундучки? Хочешь мои сундучки? Вот так. Ах ты ж! Ладно. Да не бейся! Стоп, чё? А то же не... А, нет. Так, все, пошли спать, я просто утро уже хочу. Ну ладно. Я сплю. Ты мне летаешь. Тебя не видно. Блоки и хлам. Да. Пока я переезжаю. Ну ладно, иди мой старенький дом. Там деревня! Да, кстати. Я видел. Блин. Я думала, я ее обнаружила. Когда дом строил, был на вышке, я это и увидел. Барашек, я себе сделаю кроватку. Но это не точно. Это точно. Хоть бы я сейчас не сдох. Это будет фиаско. Братан. Блин, мне придется много... А я же не снимал. И не начинал. Что делать? Ой, мне тут мигает штука. Извините. Да. Мне бейсу идет. Ну, волосы в рот попали. Бывает. Там житель кричит. Эй, Патрик! Патрик, эй! Ну ладно. Эй, Патрик! Патрик! Ладно, я начинаю. Угу, сейчас, подожди, я возьму. Я спряталась от Севы. Я молодец. Потому что он меня, скорее всего, хочет убить. Мой ник видно? Не зря мне Марина это сказала. Сева, я все вижу. Да ну где ты? А ты же ко мне домой бежишь? Ты в курсе, я у тебя дома. Где я? А зачем ты это делаешь? Чтобы тебя найти. А зачем? Не знаю. Может, хотел убить. Ты меня убить хочешь? Нет. Паук, слезь! Слезь! Сосед, слезь! Сосед, ты тихо не послушай. Летать с крыши не хватит. Прячемся. Сейчас был парень. Все, я ник убрал. Привет. Ну блин! Не на. Не на... Да! Не надо! Ты один. Бежим! Надо спасаться. Пожалуйста. Остановись. Нет, я боюсь. Я сделал один маленький поджопник. Нет. Маленький. Оно не будет болеть. Нет. Оно не будет болеть. Ты уже ударил. Вот и все, поджопник был снят. Фух, слава богу. Ой, я хочу себе сахарный диабет. Таран, таран. Слышь, ты в дом не таран, иди. Я просто люблю эту песенку. Я иду в свой дом, ты чё? Вообще-то два моих. Ну, я его усовершенствую. Так, тут сейчас надо сделать.
нижний этаж. И да, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я создала мир, где я показывала, типа, я домики строю. А я буду молчать. Тут у меня будет туалет. Зачем тебе туалет в реалке? А зачем тебе туалет в реалке? Чтобы писать и капать. Ну? Ты что скачала на этот мод? Да. Так тебе и поверю. Да. Я его сегодня скачаю, наверное. Блин. Минус, я бомж. Зато у меня дом будет просторный. Сравните мой дом. Ну, Сева! Я тоже могу зайти в геймод и сказать, типа, я это сама построила. Я в геймод не заходила. А мне так не кажется. Ой, пусть тебе это не кажется. Ей! А ты сейчас видишь мой ник? Да. Ну, еле-еле же. Нет. Я буду все равно сидеть на тебя возле своего дома. Это старый живой Барсик. У меня есть окна. Вон. Вот тебе! Господи! Ну-ну-ну, это моя вафелька. Господи, стоп, а зачем я это копала? Лол. Да, надо будет лесенку сделать. Я прыгаю. Ой. А кто такие фиксики? Большой секрет. Это для детей, а для взрослых, ну, как, ну, в принципе, для девятилешек. Для тебе, для девятилешек? Для тележек? Нет. Короче, от 8 до большого возраста я буду петь песню «Америка». Быстро в домик, нас сейчас кто-то убьет по-любому. Я просто буду себе. Мне нужны факелы. А у меня их целых 64. А мне целых 0. Ага. Как смешно. Ну, блин. Можешь меня переночевать? Нет. Ладно. Я маленький, беспощадный бомж. Ты только сейчас это поняла? Ты в курсе, это ты бомж. Слышь, ты бомж. Я хотя бы дом есть. Мне тоже. Что ты ржешь? Вообще, это мой дом. Нет. Старый. Нет. Только разорвал крипер. Ага. Как смешно. Я даже не могу на второй этаж подняться. И да, у меня их два. Только я ничего не вижу. Зато окошки могу поставить. Сева, я тебя вижу. Ты мне окошки украла. Ну, Сева. Молодец. Спасибо. Сколько? 4 алмаза. Спасибо за землю. Это моя земля! Да ну не надо, почини! Это моя земля, дай. Стой. А как ты себе сохранил вещи? Магия. Не, ну я помню, я тебе там что-то видела. Почему у меня такой штуки нет? Какой? Чтоб сохранять вещи. Алматика?
Ну я как сказать, не знаю. Уйди. Вор, уйди. Мне даже еды не хватает. А нет. Так, осталось делать. Эй, что ты окна заделал? Короче. Привет, зомбачки. Не надо! Тогда уйди вон. Меня тоже бесит. Ну если у меня дом хуже, это не значит, что я бомж. И что я хуже. Здесь не хватало факелов. О, пошли ремонт сделаю. Да. Мне надо покушать. Мне кушать ест. Я уже покушала. Я тебя ненавижу. Что? Я теперь не буду делать тебе ремонт. Ну что? Ого, видео уже 12 минут длится. У меня только... Ладно, пора заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Вика Кэт, и... Мама 22. Всем пока! Пока-пока!